Инструменты для разъединения тканей. К ним относятся скальпели общехирургические и ножницы общехирургические. Скальпели по форме лезвия подразделяются на брюшистые, имеющие характерный изгиб режущей кромки лезвия, и остроконечные. Эти два скальпеля являются цельнометаллическими и могут подвергаться многократной стерилизации. Данный скальпель имеет одноразовое съемное лезвие и многоразовую металлическую рукоятку. Этот скальпель является одноразовым, так как имеет пластиковую рукоятку и может использоваться только для одной операции. Ножницы хирургические бывают длинные и короткие, прямые и изогнутые, тупоконечные, остроконечные. Данные ножницы – полостные ножницы Купера, тупоконечные, изогнутые по плоскости. Это короткие, изогнутые, тупоконечные ножницы. Это короткие прямые ножницы с остроконечной браншей. Положение ножниц в руке хирурга следующее. В кольца инструмента вставляется большой палец и безымянные пальцы. Указательный палец играет роль рычага. Положение скальпеля в руке хирурга. Пищевого пера для выполнения коротких, неглубоких разрезов кончиком лезвия при припоровке тканей. Столового ножа. Указательный палец помещается на бушок лезвия, что позволяет увеличить нагрузку и делать более глубокий разрез. Смычка. Пальцы располагаются на боковых поверхностях рукоятки, используются на длинных, неглубоких разрезах.